Если идти дальше от гейзеров, да, по парку, который здесь вот, ну, я вообще даже не знаю, можно ли это назвать парком. Мне кажется, что тут вся страна, или лучше сказать, вот весь остров Сант-Мигель, да, это сплошной парк или ботанический сад. Ну так вот, если идти по этому парку или по этому саду, то запах озона, он смешивается на каждом метре с запахом того, что здесь растет. Необыкновенные запахи. Я говорю мужу, неужели ты не чувствуешь? Он говорит, нет, только один озон. А я не могу прямо, прямо у меня аж голову кружит от этих запахов. Так здорово, так пахнет. Я говорю, ну неужели даже вот это... Даже вот это не чувствуешь, он такой аромат, ну вообще бесподобно. Я вот второй день, можно сказать, наслаждаюсь этими запахами, но здесь еще сильнее, вчера меньше. Вчера фактически два основных запаха было, когда мы ездили тоже в кальдеру вулкана, но на озера, на синее и зеленое. Там два запаха, которые я слышала, один это запах вот самих гортензий, а второй запах, я говорила, слушай, тут курит кто-то, каннабисом пахнет. Я говорю, марихуана, я этот запах хорошо помню из Канады, там потому что в парках сидят, курят, и я его запомнила на всю жизнь. Я его, когда в Мюнхене встречаю, я говорю, слушай, тут опять курят. Вот, вот, кстати, гортензии тоже здесь. А он мне говорит, а что ты думаешь? Да курят тут, конечно, курят. Я говорю, а что здесь, продают, что ли, марихуану? Ну-ка, понюху. Ой, тоже такой медовый запах, обалдеть. Вот, он мне говорит, да гортензии курят. Я говорю, как это? Оказывается, в Мюнхене, в Германии, да не только, и в Голландии, везде, где активно эти растут гортензии, садовники и владельцы садовых участков жалуются, что молодые побеги и цветы молодые у них срезают, утаскивают. Кусты выкапывают. Кусты выкапывают даже. Вот. Что это такое? Оказывается, в составе их есть что-то такое дурманище, и они их выкапывают или срезают, потом сушат и курят, как марихуану. И, может быть, вот этот запах, который я вчера чувствовала, он как раз и был запахом гортензии, а не марихуаны. Потому что я же не знаю, чем отличается один запах от другого. Но я вчера это сильно чувствовала, заметно. Может, там где-то продают, подходят к нам, никто не подходил. Может, люди специально знают, где это, да. Но растут столько этих гортензий, то надо полагать, что за этим тоже приезжают сюда. Вот так. Вот такая мысль мне пришла в голову. Всем привет, Созор!